Кызылчанка Алевтина Чулюш стала дипломантом 13-го всероссийского конкурса имени Рахманинова. 22 ноября в Новгородском областном колледже искусств имени Рахманинова прошел 13-й конкурс молодых исполнителей, студентов музыкальных колледжей и училищ России. Общероссийский конкурс был посвящен 145-летию со дня рождения композитора. В этом году впервые принял участие Кызылский колледж искусств имени Чергалола, который представила студентка 2-го курса фортепианного отделения колледжа Алевтина Чулюш. Месяцы напряженной работы не прошли даром. Решением жюри Алевтина удостоилась диплома конкурса.